Девочки, хочу идти снимать косички. Мой муж говорит, не надо, а я не могу, не выдерживаю. Честно, не выдерживаю. Мой муж говорит, выдержи хотя бы еще до завтра, пойдем снимем видео, пройдемся по морю. Но я не хочу, я даже не выдержу. Может, мне вот так сделать, чтобы не... Не могу вот так. Я сейчас вам покажу одну вещь. Ой, девочки, не выдерживаю. Мне так хочется чесать. У меня на нервах действует. Посмотрите на этого. Ну, посмотрите на этих сладких. Возле мамы они. Вот-вот. Конечно, всю ночь играли с моими волосами, а сейчас спят. Смотри, смотри. Ты, Розя, маминя сладкая. Ой, ой. И вот еще одна. Лео, вот это мои косички. Вот эти мои косички. Вот эти косички грызут. Вот, вот. Что, теперь спать хочешь, да? Ну что, обратно будешь косички жрать? Вот это Марк. Скоро еще беляш будет. Катя мне высылает видео всегда с беляшом. О! Ой, мои сладкие зубы такие красивые. Ой, ой, ой. Чего, Лина? Как я вас люблю, как я вас обожаю. Ой, 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 мои котятки. Когда... Дай бог, чтоб нормально беляш доехал. Не знаю, когда она отправит. Я спрошу и сделаю распаковку. Да, Марк? У нас Марк встретил Лео. У нас Маркуша встретил собаку. И будет встречать этого беляша. Маки! Марк! У нас Марк добрый. Марк вырастил вот этого тоже. Да, Зёпа? Смотри, мамина сладкая. Мамина сладкая собачка. Такая собачка. Чё мамина? Вот так. Ну как его не любить? Ну как его не любить? Эти мои сладкие. Ну, в общем, такие дела. Очень, да. Тискайте меня, гладьте меня, да? О, что это такое? Разыгрался, да. Ну, чуть-чуть пигалчит. Беляш. Али, снежно, аккуратно. А он мне нет. Максим, доброе утро, мои хорошие. Мне кажется, что я чуть похудела, потому что, смотрите... Видите, здесь все висит. В том году вот это у меня вот так вопрет было. А сейчас вот это висит у меня. Ужас. Так, скажу вам, что голову помыла. Как я помыла голову, это... Короче, сделала вот так. Здесь хвостик сделала. Вот так помыла голову. Сейчас я вам покажу. Ты мне дашь деньги? Это мои вообще-то. Честно, это мои. Это мне на кассу надо. Давай. Это мне на кассу надо, зёпа. Так, кто помнит... О, такой тяжелый, наверное, 2-3 килограмма. Хулины. Так, кто помнит отчет? А ну, быстренько, девочки. Кто отчетывается со мной? Помните это или не помните? Кто помнит вот это? Что я вам сказала, мои сладкие? Отчет за год. Вы помните? О! А теперь. Так. Что мы делаем? С сентября до июля месяца я собираю, когда у меня в руках 2 евро. И кидаю сюда. С сентября до июля. Сегодня у нас август. В июле не было времени, потому что работа, свекровь,
Ну, были проблемы, иностранцев не было. Ну, вот, ничего страшного. Сегодня, по-моему, 7 августа. Ну, ничего, 7 дней потеряли. Смотрите. Я не знаю, сколько здесь денег. Я даже не знаю, сколько здесь денег. Посчитаем. И я вам скажу, потому что мне надо будет их переложить, пакетики специальные, и сдать в банк, чтобы мы потратили их в августе. Потому что нам нравится так делать. Кто угадает, сколько здесь денег, получит от меня $50. Вот. Я, конечно, не скажу. Я, честно, не знаю, но когда посчитаю, в конце ролика я буду знать, сколько здесь денег. Буду ждать вашего же ответа. Я еще не знаю, сколько тут денег. Я вам говорю, вот, по 2 евро, 25 штук каждой кучи. Вот. Вот. Видите? Я вам даже даю подсказку. Видите, вы можете остановить и посчитать. А я сейчас буду тоже считать. И буду знать, и в пакетике ложить. Хи-хи. Короче, я вам так, да? Сейчас я вам скажу. Блин, адску. Ну, короче, вот отсюда, да? У-ху. Вот так будет удобно. Ай-яй-яй. Ну, вот эти пакетики будем ложить. Конечно, там намечать, сколько денег. И они будут переводить на наш счет. На развод оставила там. Вот. Потому что тут не хватило где-то 3 по 2 копейки. Ну ничего, я люблю оставить на развод. Ну что, начнем с сентября. Кто со мной, ставит плюс. Начнем с сентября и до июля. Вот так. Решила всего лишь вот это сдать. Не хочу всю. Но это для того, чтобы то, что мы целый год кидали, это чтобы на наши капричосы там бермуды делать, там тратить еще что-то. Ладно, я вам еще кину. Ой, можно тихо? Я снимаю влог, пожалуйста. Спасибо. И конечно, кину вам кусочек котенка, что мне Катя выслала, бобкает. Обожаю эту девочку. Я вас всех люблю, всех целую. Будьте счастливы, здоровенькими. И, пожалуйста, вот эти хейтерушки, не пишите глупости и гадости, потому что я вас не нашла у Курбановой. Вы, наверное, сами, и это Муся, Пуся с 10 аккаунтами мне такую пишете. Мне ничего не стоит вас найти по адресу и показать, где вам раки зимуют. Я всем пока-пока.